Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И я снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». И давайте начинать. Это было обычное утро субботы или воскресенье. Я уже не помню. Я тихо, спокойно спала, пока не услышала. Моя маска. Надо снять. Стой, подожди, стой. Да я сниму маску, стой. Фуф. Что произошло, дружок? И так каждое утро. Субботы, воскресенье. Даже не знаю. Меня каждое утро будет мой пес и зовет играть. Ой, ну что тебе надо, а? Да, поиграем, погуляем, только попозже. Ау! Ладно, сейчас стою. И каждое утро я заправляю свою любимую постельку. Хотя, что мне тут заправлять? И аккуратно, как следует прекрасный... элегантный, элитный, вообще прям вот элитный пони, я аккуратно ложу свою маску для сна. Ну, это аккуратно было, очень-очень аккуратно. Вы что, я самый аккуратный человек в мире, вы что? Потом я иду завтракать. Обычно на завтрак пони едят какие-нибудь зернышки, хлопушки. Но я предпочитаю мясо, потому что я очень люблю мясные всякие штучки. Ну и, конечно, если я что-то не доем, то я отдаю своему псу. Ням-ням-ням. И во время того, как я ем, я включаю свой телефон. Ух ты, как интересно. Вышел капричный дракон. Ух ты, надо на него сходить. Ребята, напишите в комментариях, ходили вы на капричный дракон. Я уже ходила. И, конечно же, когда у меня остается еда, я ее отдаю псу. Пёся, можешь покушать. Мясо. Как каждый обычный ребенок или пони, я иду каждое утро, воскресенье, субботу, открываю ящики и ищу свой бантик. Так. В этом нет, но в этом есть моя расческа. Надо ее достать и причесать гриву. Во втором ящике игрушки моего любимого пса. А здесь всякие мои лаки, диски и всякий хлам, который я очень люблю. А тут тоже все вещи для моего любимого песика, его любимая расческа и его любимый шампунь. Но где же мой любимый ободок? Где же он? А ну отдай! И я нашла свой любимый бантик! Это стоило мне пару волос моей гривы и прически. Нет, я лучше надену корону. А теперь надо привести себя в порядок. Надо расчесать мою гриву как следует. А то будет плохо. И не пришлось искать корону. А ну, кыш! Я просто спец по собакам. О, нет. Все хорошо, не бойтесь. Я здесь. А теперь, как обычный пони, я иду лежать и смотреть ноутбук. Надеюсь, я очень эпичная.
точно приземлилась. А теперь отдыхаем. На-на-на-на-на-на-на-на. О, доченька, привет, доброе утро. Доброе утро, мам, что случилось? Так просто ты у нас как бы хорошо... Дочь, что это было? Я съехала нечаянно с постели. Ну, да, чего, мам, что ты хочешь? Что-то произошло, что-то очень-очень-очень важное? А нет, доченька, просто такая небольшая новость. Ух ты, новости я люблю, ты что, ты же меня знаешь. Если новость, то сразу же ко мне. Во-первых, сейчас я заправлю твою постель и положу твой ноутбук аккуратненько. Ну вот, так, иди здесь. Значит, доченька, мы идем в торговый центр. Мне надо купить некоторую одежду, ну и ты себя очень хорошо ведешь. Делаешь все домашнюю работу сама, никаких сайтов не используешь. И... Все делаешь сама, учишься хорошо, помогаешь мне, и я думаю, тебе можно какой-нибудь маленький подарочек купить. Ты же сама что-то себе хотела в торговом центре купить. Сбылась моя мечта! Все хорошо, да? Да, все хорошо. Все хорошо. Очень. Ну хорошо, доченька, тогда собирайся, через 5 минут я зайду. В принципе, можешь ничего не брать, я сама все возьму. Хорошо, мамочка, хорошо, можешь идти. Ладно, доченька, через 5 минут я пойду. Ура! Вот теперь я удачно упала. И да-да-да-да-да, торговый центр. Ну что, дочка, ты готова, да? Конечно, мама. Так а вот я телефончик хочу взять, но давай ты его в сумку себе положишь. А, да, конечно, вот, ложи. Все. Телефон у тебя в сумке. Ну хорошо, доченька, тогда пошли. Ура, пойдем. Здравствуйте. Добрый день, Ваше Величество. И здрасте, добрый день. Ну что, мама, пошли? Выбери мне что-нибудь. Доченька, я пойду себе платье посмотрю. Ты можешь посмотреть, заполни. Отлично. Все отлично, пони. Мама, мне надо взять вот эти очки. Все отлично. Доченька, ты уже себе что-то взяла? Да, вот эти вот очки. Сейчас, подожди. Все. Доченька, ты что-нибудь еще хочешь взять? Ну, я, наверное, еще пони. Ну, ты еще пони будешь покупать? Ну, скорее всего, да. Я, кстати, тебе кое-что купила. Та-дам! Новая корона! Ты же так хотела новую корону! Ура! Ладно, я пошла пони смотреть. Хорошо, а я пойду посмотрю еще и те юбочку. Раз. Юбочка, давай. Я не могу юбку снять. Ну что ж такое-то, а? Никто это не видел. Никто. Продавец! Посмотрите на продавца. Пони. Так, ладно, надо решить, какую из них взять. Ну, у меня, честно, дома есть только одна моя пони. Ну, такая она, ну, как сказать, что она красивая. Мне ее просто подарили на день рождения. Ну, она выглядит примерно так. Ну, как-то примерно вот так. Так, она, как я помню, сестра Эпплджек. Значит, куплю себе Эпплджек. Вуаля! Берем ее без каких-нибудь сомнений. Уже иду на кассу. Это платье моей мечты. Так оно еще и по акции. Надо его взять. Так.
Ой, все. И это я беру себе. Надо идти искать маму. Шикарное платье, и как оно мне идет. Мама, о, ты примеряешь новый наряд? Да, как он тебе? Ну, шикарно, да, так. Ужасно. Красиво, говорю. Просто я так хорошо разбираюсь в одежде. Вообще ничего не понимаю. Поэтому давай берем и идем на кассу. Ну, подожди, мне надо подумать. Вдруг оно не подойдет к моим туфлям, а вдруг и подойдет. А может быть что-то другое. Да идем уже, а то там очередь будет. Доченька, в магазине никого. Какая очередь? Ну хорошо, доченька, давай, я снимаю платье и уже идем. Давай, доченька, спокойно. Идем. Ну что ты, очереди не... Что? Это что такое, мам, а? Ну небольшая очередь, ты же потерпишь? Да, конечно, я потерплю. Господи, какая очередь. Вот надо было ей так долго платье выбирать. Да, мамочка. Конечно же, я потерплю. Так, здравствуйте, что будете покупать? А здравствуйте, я буду вот эту юбочку брать. И вот эту, как это? Заколочку. Да, заколку. Хорошо, давайте я вам пробью их. Вздык. С вас 500 рублей. Хорошо. Пип. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Здравствуйте. Пробейте мне, пожалуйста, вот эту вот расчесочку. Вздык. Так, хорошо, с вас всего 200 рублей. Угу. Пип. Спасибо за покупку. Заходи. Так, следующий. Пробейте мне, пожалуйста, вот эту вот звездочку, ладно? Вот эту. Хорошо. Сейчас. Стик. Так, с вас всего 400 рублей. Спасибо. Пип. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Пробейте нам, пожалуйста, вот это вот платье и все вот эти вот вещички. Хорошо, так. Вы берете только платье и пони, да? Да. Кстати, я вам хотела сказать, на вот эту пони сейчас действует скидка. На вот эту пони, которую... Ну да, вот это Applejack. И как бы... Если вы купили эту пони, то вы получаете небольшой подарок от нашего магазина. И что за подарок? Ну, такая как игрушка, вы не знаете, а такой мультик вышел, как «Приручить дракона», и вы получаете фигурку в подарок. Мама, давай возьмем! А какую фигурку? Дневная фурия. Я ж смотрела, это подружка без зубика! Давай, берем. Вот, ну как она вам? Она просто шикарная! Она такая же белая, как я. Мама, мы ее берем. Ну хорошо, доченька. Давайте пробейте нам ее и остальные вещи. Хорошо. Вздык. Извините. Так. Что у вас тут? Платье, очки и еще. Вам пакет нужен будет? Ну, давайте. Вздык. Дальше очечки. Вздык. Так, что-то пони у вас. Вздык. Так, у вас еще и корона, да? Да. Вздык. Пип. Так, с вас всего 1500. Вы будете брать пакетик? Ну да, давайте нам пакетик один, да, дочь?
Ну, давай два, ну хорошо. Пробейте нам еще два пакета, ага. Бздик. Бздик. Так, тогда получается у вас всего 1510 рублей. Угу. А карточки или... Нет, я по-другому. Я вот так вот расплачусь. Пип. Так, хорошо. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Так, хорошо, все. Можете все сложить и идти. До свидания. Заходите к нам еще. Хорошо, до свидания. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.